Сегодня Кольское Заполярье становится одним из наиболее значимых регионов страны, которые активно ведут внешнюю торговлю с Китаем. Интерес для обеих сторон представляют сферу туризма, предпринимательства, образования. Прежде всего, это возможности в логистике, это наше конкурентное преимущество, наш Мурманский транспортный узел, который мы активно реализуем. Все это новые возможности для сотрудничества с партнерами по и перевалке грузов, ну а впоследствии, может быть, и для реализации совместных проектов на нашей территории. Это очень потенциальный, динамичный город, области и уникальные географические расположения у вас в области. И здесь северные ворота, море. Товарооборот между Китаем и Мурманской областью за год увеличился почти в 2,5 раза. Специалисты прогнозируют, что и дальше он будет расти. Особенно это касается рыбы, оборудования и даже автомобилей.